мы все духовные искры, мы все составные части Всевышнего, происходящие из духовного мира, и в принципе мы и находимся в духовном мире. Здесь фактически наши ярлыки всего лишь находятся. Вы не понимаете, что я сейчас говорю, но вот у вас, вы позднее с этим столкнетесь, у вас там на компьютере, на рабочем столе есть ярлыки программ и есть ярлык папки видео, которая на самом деле находится не на рабочем столе, а на диске D. То есть получается, она вообще, рабочий стол находится на диске C, это отдельная история. А она находится на диске D, и она никакого к рабочему столу не имеет отношения. Однако, она у вас вот находится на рабочем столе. Это иллюзия, которая сделана для удобства пользователя. В принципе, в какой-то степени намного сложнее, намного интереснее, но обстоит дело и с нашим нахождением в материальном мире. Мы в этом материальном мире вообще не находимся. Но мы сюда как бы спроецированы, и нам кажется, что мы здесь есть. Наши проекции здесь находятся. Ну да. И вот, для начала сотворения Вселенной Всевышний сотворил как бы материальную основу, которая в ведах называется Дхама. Над ней он проявился и испустил к ней лучи. То есть, если сбоку на эту ситуацию смотреть, то получается Ра как Солнце Бог, ну или как Солнце на вершине пирамиды. А если сверху смотреть, то получится фактически тот знак, который я рисую на книгах. То есть, если мы лучи этой пирамиды разворачиваем на плоскость, как бы, то получается как раз в центре трезубец в девятиконечных звездах. И от него лучи. Бесконечное множество. Ну, не совсем бесконечное, не совсем множество, но так или иначе, вот практически как у меня на книге. Это если разворот видения сверху. И мы находимся где? Сейчас. Да когда-нибудь. В материальном мире находимся. Нет. Я совсем не за это говорил, мы находимся в одном из лучей. То есть каждый луч имеет свое строение. Они состоят из своеобразных сферических образований, в которых находятся орбиты. То есть один из лучей, который исходит от Всевышнего Ара и направляется к основе материального мира, именуемой Дхаама, вот как в свете, который мы видим, который ученые изучают, там находятся фотоны. Знаете таких? Это мельчайшие элементы, из которых состоит свет. Так же самое и в этих лучах, которые в той пирамиде, есть мельчайшие элементы. Они имеют сферическое строение, и внутри там орбиты, орбиты, орбиты. А в центре каждого из этих штук проявлен Всевышний Ра. Це якось зрозуміло, чи як? В принципі, как бы понятно. Помните, откуда вы это, в каких лекциях, что это и как? Ну, у вас есть лекции по святотворению. А вы их смотрели? Ну, практично так. Але же давно. Ну, надо это вспомнить. Вообще, в ведах говорится так. И это подтверждено Маркияном Свеславом Выпшицким и его словами, и его даже делами. Потому что если бы сотворение Вселенной было бы каким-то глюком, который 100 лет нафиг никому не надо, то тогда бы он бы не постился, он бы не молился, и он бы не тратил лучшие годы своей жизни на то, чтобы составить короткую схему того, как это все устроено. Поэтому вот, закуточек духовного мира, где проявлен Ара над пирамидой материальной природы. Увеличиваем эту пирамиду, она состоит из лучей. Видите?
Это разрез луча вдоль, это разрез луча поперек. То есть получается так, что в луче такая интересная будова, такое интересное строение, что в одном месте там просто один шарик в центре находится, а над ним и под ним находятся по 4 шарика с 4 сторон. Над ним и сверху опять один шарик в центре, и дальше опять 4 шарика с 4 сторон. Ну, такая поочередность, такое строение этих лучей. А что означают эти шарики? Ну, эти шарики, это мы их дальше будем рассматривать. Ясно. Вот шарик. Не хрюкай. Ты мой хороший, ты не должен хрюкать. Вот. Бачите? В центре Ра. В центре Ра, вокруг него Рада. И дальше уже пошли боги. Вот мы увеличили одну из орбит. Это орбита шарика, так? Нет. Вот сам шарик, видите так. Его? Этот шар. Это как подобие Солнечной системы. У вас сознание не совсем здесь. Давайте сюда целиком. Подобие Солнечной системы. Да, где он находится? А кто находится? Кто-нибудь. Ра в центре находится. Шар это где находится? В луче. Луч где находится? В пирамиде. Хорошо. И вот видите, что там, если в Солнечной системе, получается, есть отдельные объекты, планеты и все такое, которые двигаются по каким-то орбитам. А здесь двигаются слои, то есть можно этот шар сравнить с планетой, где нет отдельных планет, а где есть там мантия, внутреннее ядро, литосфера, атмосфера и все такое. То есть и вот здесь вот так, есть центральное ядро Ра, вокруг него Рада и дальше боги. Ну, это же можно сравнять с структурой Земли, так? Ну да. Я ж это и сравниваю. И вот смотрите, вот желтый Ра, оранжеватая Рада. Видите, что вокруг Ра и вокруг Рады и вокруг остальных богов есть орбиты небольшие. Да, бачу. Четверка, видите, кое-что обозначено? Четверку бачу. Это находится орбита между Радой и богами? Да. И потом вот мы кусок этой орбиты увеличиваем. Там четверка, да? Угу. Ну, там и структура. Да. Получается, что вот эта шкарлупа, которая окружает Раду, она состоит из мириады яиц. Так. А яйца это? И вот одно из этих яиц. Ну, наше мировое яйцо, в котором мы живем. Нажимай, это весь час на... Да выживет оно, не страшно. Видите? Алтара в сырове, не так? Да. То есть, понимаете, что вот эти мировые яйца, мы одно из них поворачиваем, и получается вот наше мировое яйцо. Угу. Как же нас богато всех. Понимаете? Мириады. Опять ваша мысль не туда пошла. Ну, понимаете общую схему? Так, схему я разумею. Прошу теперь продолжить. Еще продолжить. Дальше. Про яйца? Да про что забыла? Я, может быть, не сможу. Как сможете? Дивіться. Ну що я можу сказати? Що угодно. Потому що це не в ваших і не в моїх інтересах, як би, тягнути час.
Давайте то, що ви пам'ятаєте, ви говорите, то, що не пам'ятаєте, я це продовжу. Давайте ви будете говорити, а я. Мені не інтересно говорити. Мені треба знати, що ви хоч чуть-чуть пам'ятаєте, щоб к чому далі, що далі розвивати. Я мало що кам. От що пам'ятаєте, то і говорите. Якби я хоч підготувалася. Вот в этом то и вопрос, что если бы подготовились, вы бы перечитали конспекты, то есть опять этого не было бы в вашем сознании, это было бы где-то на бумажке и временное перенесение с бумажки в голову. Той же Огняни, которая меня задрочила уже всеми своими конспектами, я, наверное, как-то у нее просто все конспекты отберу и их уничтожу. Потому что у нее все ведические знания в конспекте и ноль в голове. Ценности такому делу вообще никакой нет. То, что человек помнит, то оно и есть, а все остальное — это иллюзия. Мировое яйцо и... Кино может. Можете. Что угодно, что вы там помните, хоть чуть-чуть. Ну, в центре аллатара. Мировое яйцо, правда, да. В центре аллатара. Как эта аллатара появляется, зачем она вообще надо и так далее? Ну, аллатара с фруера, чи як сказати? Как-нибудь. Він своєю думкою переноситься, не знаю, що на верх аллатара і звідти, що відвідти. Я не можу говорити зараз. Дивіться, ви дещо кажете, тобто, що-то ви все-таки помните. Я щось пам'ятаю, якісь обривки. Ну ви то вроді як стесняєте щось сказати, то вроді ще щось, то вроді взагалі непонятно, тобто, того. Ну так воно і є. В этом нет смысла. Тогда получается, что все видеозаписи, которые вы смотрели, все, что вы слушали, все, что вы читали, это все не имеет смысла, если вы это не помните. Ну, я дивилася про світотворення в вашій херсонській лекції. Все это надо выкинуть. Ну чому? Ще раз треба дивитися, ще раз треба дивитися, щоб зрозуміти і запам'ятати. І от надо это понять и понимать, как оно происходит. Ну так. Ну, можливо, я їх не так дивилася, як потрібно, тому я, може, щось робила і дивилася. Треба сісти і дивитися, зосередитися. Ну, у мене з зосередженням не дуже добре, скажу так. Я не можу так зосередитися, щоб включити свою пам'ять. Пам'ять у мене теж не дуже хороша. Опять лжесвідчується. Чому? Просто потому, что на самом деле и та же Огняна постоянно придуривается, что она такая тупая, хотя она не настолько тупая, как она это пытается показать. И вообще куча людей пытаются показать, что они немощные, несчастные, все такое. Нет, хотя на самом деле каждый из нас самосовершенный, каждый из нас в принципе Вселенную может создать. Я, допустим, вам не говорю, давайте творите свою Вселенную, потому что хотя бы пока что еще я здесь не создал свою для того, чтобы вам показать. И сказать, вот я сотворил, так что вперед из песни. Но, по крайней мере, относительно ведических знаний, относительно сосветотворения, относительно письменностей, я этот вопрос изучил, поэтому тут я уже смело могу сказать, что вперед из песни, и причем с Манкарай. Потому что это все возможно изучить, и то, что там нос не нюхает или еще что-то, не считаю это серьезной какой-то причиной. Маркиян Свяслав Пшицкий постился месяцами, пока там его тело вообще чуть не рассыпалось. Это, представьте, в горах он сидел там, и одна из его аскез, это что он вообще не заходил ни в пещеру, никуда, просто под дождем, не двигаясь. Не знаю, животное на него нагадит какое-то, дождь пойдет, снег, что угодно. Он сидит и не двигается. И сколько он так был? Долгое время, то, что больше месяца, это точно. Это страшно жорстко сказать.
ну, як, як на мій погляд, скажімо, як для звичайної людини. Він же був незвичайна людина. Ну, тело его, это было обычное тело, то есть такое же животное тело, как у каждого из нас. Але він же був сам же незвичайне тіло, так, він міг управляти ним так. И это тоже иллюзия, что вот люди думают, что ага, боги, они там какие-то не такие, поэтому боги могут, а мы будем такие вот немощные, как мы есть. Ну, у них сила воли, чи так що? Нам, у каждого из нас сила воли, мы можем свою силу воли проявить. Мы можем творить, что мы хотим, как мы хотим, и не думать, что там, так сказать, мы не сможем. Это христиане вбили, что все мы грешные, что мы там творючки какой-то еговки. Ну, это христианский глюк, это надо выкинуть и смыть водой, и все. И забыть, что оно такое у нас было. В Велесовой книге написано, что мы Всевышнего внуки и дети богов. Прямая цитата. И Иисус, помните, что сказал. Пам'ятаєш, що казав Ісус. Ну вот. А ведь в схемі сотворения Вселенной здесь заключены все знания, которые определяют вообще наше отношение ко всему. Допустим, последовательности того, как двигаются определенные там образования, в этом есть ключ к тому, как создавать устройство расширения и замедления времени. И, допустим, у некоторых воинов, ну, специализированных воинов в древности, на позвоночник крепилась такая вот штуковинка. Ну, она фактически вниз туда, в копчик, штырями специальными вставлялась. Таким путем, что через головной и спиной мозг человек отдавал этой штуковинке команду. И это устройство позволяло сужать время или расширять. То есть вот идет воин, напротив него идет вражеское войско. Он активирует это устройство, и пока это войско, как замедленная картинка, еле-еле двигается. Он быстренько порезал, пошил, все такое, пошел себе домой, нарубил дрова, оплодотворил жен, помолился Всевышнему и сделал все, что нужно. Но знание для того, чтобы создать подобное устройство, кроется как раз в последовательности движения вот этих слоев. Я не могу сказать, что, допустим, я могу построить это устройство по простой причине. Сейчас нет инфраструктуры. Всю свою жизнь бросать на то, чтобы построить эти устройства, я не собираюсь. Моя задача — это проповедь ведических знаний и распространение. Появится, допустим, какой-то союзник, который предоставит мне цех, предоставит мне людей, финансы, ученые, материалы там всякие, ну, все, что надо. Я ему готов сделать устройство расширения времени, там, ну, только чтобы еще это праведный человек был. Ну, так. И там Виману, что угодно, потому что описание этого всего в Ведах есть. Единственное, что надо серьезные люди, они такие, что «А, у тебя это в текстах есть, поэтому давай строй». У меня из СУМ есть один знакомый, который такой говорит, ну давай вместе сотрудничать, ну, по этим устройствам всяким. И говорит, ну давай, строй устройство, мы будем вместе. Я говорю, ну хорошо, давай мне сотрудников, давай мне цех, давай, чтобы этим всем сотрудникам платить зарплату, давай закупать нужное все. Он говорит, нет, ты сам как-то что-то строй. Я говорю, ну а ты мне тогда зачем нужен? Ну, если он сказал, что вместе давай. То есть единственная проблема, почему я это ничего не делаю, потому что с одной стороны я не хочу
на это тратить всю свою жизнь, чтобы по крохе собирать какие-то эти ингредиенты. Я всю свою жизнь с великой радостью трачу на распространение ведических знаний, на обслуживание канала, сайта и все остальное. А если появятся качественные союзники, с радостью все эти штуки будут. Но ко всему, вообще, к множеству отраслей ведических знаний и прикладного использования ведических знаний ключи здесь. Ключи в знании о сотворении Вселенной. Тот же самый товарищ Декарт, я об этом тоже уже несколько раз говорил и на записи, и без записи, и писал, и так далее, что... Знаете Рене Декарта? Не знаю. В школе вы обязательно учили декартовые координаты. Можно его я напоминаю? Это такая штука, ось Х, ось Y, и там... Я минус, знаю, плюс просто... и всякая такая штука. Просто не знаю, что это Декарт. Рене Декарт, теософ, философ, математик, известный мыслитель средневековья. Он что, он взял только знания о перекрёстке Сварги, конечно, присвоил все это дело, сказал, что это его собственные декартовые координаты, и заработал на этом общемировое имя и фактически создал целую науку. Но в его представлении декартовые координаты это всего лишь как ось Х и ось Y, то есть фактически крест, плоскость такая. А в ведическом понимании это только плоскость, над которой есть пирамида, под которой есть пирамида, у которой есть еще столбы, и которая находится в яйце, а яйцо находится в шкарлупе одного из образований, а там еще всякие орбиты. И все это в луче, а луч в пирамиде, и все это в закуточке духовного мира. Не выйдет. Что это? Пирамида. Почему их три? Почему их три? Не знаю. Не помню. Помните, я говорил, что что-то там появлялось, разрушалось, падало куда-то. Что-то там Тифон с Тифонидой чем-то занимались. Ну так, примерно помню. И что? Вернусь к тому месту, где мы разбирали вот это сферическое образование, подобное Земле, где в центре Ра, вокруг Рада, и где между Ра, Радой, одним Богом, вторым, третьим и так далее, присутствуют как такие границы, каждая из которых состоит из множества яиц. И одно из этих яиц в границе между Радой и Богами является нашим мировым яйцом. Тобто таких мировых яиц багато. До гибели и больше. Помните, я вам рассказывал о дровидах? Так. Откуда дровиды? Я знаю, что они до нас прилетели и пробивали скорлупу нашего яйца. А откуда они? Говори сами. Из другого яйца, из другой вселенной. То есть, и пока дровиды летели со своего яйца в это яйцо, они видели еще кучу этих яиц. Некоторые из них они запротоколировали, в некоторые бросали зонды и получали информацию, уже даже находясь в этом яйце. То есть много есть интересных данных на этот счет. И получается, что наше мировое яйцо, вы понимаете, что это не первое мировое яйцо, и что как таковое творение, оно вообще было настолько давно, что это даже не миллиарды лет. Это миллиарды миллиардов 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 в миллиардной степени, если не больше. То есть, понимаете, отчасти я понимаю, почему вот абрамические религии настолько тупые. Это религии были сделаны для примитивных свинопасов,
которым сказали, что свиней пасти нельзя, только овец. И фактически, кроме того, чтобы подергать овцу, козла, еще кого-то за какие-то места, они больше ничего-то и не знали, ничего не понимали. Поэтому, ну, им сказали, что там 5000 лет назад. А ведь ни один из них там сразу 5000 овец подоить не может. И они думают, о, такое большое число, 5000 лет. И вот так они верили, что миру всего лишь там 5000 лет вследствие своей умственной ограниченности. И когда как бы европейцам это на одно время навязали, и всех европейцев, которые были не согласны, жили на кострах, но потом, вы знаете, европейцы против этого восстали и вернулись лицом обратно к чему? К вере. Да к вере они еще и даже и не знают, кто это такая. Ну то есть смотрите. 2000 лет назад в Иудее завелось христианство. Ну тогда это была небольшая секта, которая вообще чуть-чуть была известна где-то как-то. И тогда это еще было чистое, на самых ранних этапах, это еще была чистая святая вера, оставленная Иисусом, где Он объяснял, как правильно жить, как достигнуть совершенства, где были Его истинные подвижники, апостолы, мученики, то есть те, на кого, в принципе, стоит равняться и так далее. Позднее, к V веку, все то чистое и святое было уничтожено. На вселенских соборах голосовали, там, если у женщины душа, там, признать Иисуса там, Господом или кем его вообще признать и так далее. Помните это все так же? Да. То есть мало того, что к учению Иисуса, к раннему христианству, намертво припаяли Библию, то есть учение овцепасов вот этих, и левитов, которые пасли стадо вот этих овцепасов. Кроме того, еще христианство исказили до неузнаваемости. Это было где-то к V веку. Дальше христианство окрепло в бывшей Римской империи, и из-за того, что христианство было неестественно для людей, Римская империя распалась. Все то древнее, сильное, мощное, что там было до христианства, вымерло, и начала строиться новая Римская империя с центром в Константинополе, ну, Византии фактически. Поскольку на некоторых этапах это была как бы двуглавая система, с одной стороны Рим, с другой Константинополь, то и герб двуглавый орел. Какие перенесся до России? Не только до России, еще до Австро-Венгрии на некоторое время. Так вот, получается что? Что когда к X веку нынешней эры христианство окрепло в Византии и Западной Европе, которая была бывшей Римской империей, оно начало активно наступать на остальную Европу. Это Русь, это Польша, это Германия, это Скандинавия. То есть, понимаете. И дальше, получается, где-то на 500 лет настала эпоха Средневековья, темные времена, когда христианство всем старались навязать, кто был не согласен, его убивали и так далее. Ведизм был запрещен, даже какие-то о нем знания были уничтожены и остались единственное где, в каких-то тайных сообществах типа рахманской традиции, у нас, или типа иллюминатов в Западной Европе. Изначально, и сейчас иллюминаты там уже не совсем такие, как раньше, но изначально слово иллюминация от слова свет. Ну, отсюда же даже слово иллюминатор. Угу, угу. То есть иллюминация. Это, да, это освещение, просвещение, идея света. То есть, допустим, Министерство просвещения можно назвать Министерство иллюминации. И поскольку это все было глубоко там запрятано, то через 500 лет, когда уже настала эпоха Возрождения, Западная Европа не знала, что возрождать. Они уже потеряли любые какие-то коренные связи с физической культурой, поэтому единственное, что они смогли вспомнить, это античная, греческая, римская какая-то культура, традиция.
Ну, вы знаете, что эпоха Возрождения – это попытка в Западной Европе воссоздать какие-то части Римской империи, так же? Да. Были взяты идеалы Греции, Рима, идеалы в плане философии, в плане всего. Так вот, возвращаясь к сотворению Вселенной, на чем мы остановились? О том, что у нас на границе есть яйца, и мы рассматривали яйцо в разрезе. Да, яйцо в разрезе. А внизу яйца живет у нас кто? Не помню. Внизу яйца живет Всевышний, которого зовут Прабог, и он живет на своем другом проявлении, которого зовут Прамагапатай. Прабог изображается в виде прекраснейшего существа, иногда в виде многорукого человека, иногда в виде скарабея. А Прамагапатай изображается в виде огромного змея, хвосты которого вросли в кожуру мирового яйца снизу. Они находятся в океане тьмы, фактически. Яйцо находится тоже в океане тьмы, так? Зачем? Или, ну, я не понимаю, как они находятся в океане тьмы. Где находится Прамагапатай и Прабог? В основании яйца, внизу. Но они же находятся в яйце также. Да. Поэтому при чем здесь само, где яйцо находится? То есть, где находится тьма? Мы же разобрали, где у нас яйцо находится, так же? Да. Где? А? Яйцо находится на грани. Вам кажется, что я вас сейчас мучаю? Нет, мне не кажется. На самом деле это я делаю для того, чтобы все-таки нейроны вашего головного мозга и все, что там есть, активно обрабатывала информацию, чтобы эта информация не потерялась где-то, а для того, чтобы вы могли этим пользоваться, чтобы вы это понимали и дальше уже как-то осознавали. Я вам очень благодарна. Поэтому благодарность приму только в виде правильного ответа. Но я забываю постоянно. Как помните говорить? Ну, тот, что, допустим, называет меня капюшоном, он, когда забывает какие-то названия, он говорит, ну вот это такая штука, которая там похожа на кастрюлю, или которая похожа там, допустим, на арбуз или еще на что-то. То есть он приводит какие-то примеры, которые ему близки. Хоть так, хоть понятно, что у него мозги затупевшие вследствие даже не знаю каких процессов. Но все равно, то есть хотя бы какие-то примеры приводит. Поэтому давайте, любые примеры, за что-то уцепитесь, там, хоть один живой нейрон поймайте, там его пытайте, мучайте, пока он сам не поймет, что ему лучше выдать вам сразу информацию, иначе ему уже хуже будет. Не могу я его допытать никого. Не верю. Где находится мировое яйцо? На орбите находится. Вот, видите, все-таки помните, так же. На орбите между кем и кем? Между Рада и богами. Вот, видите, помните, то есть нейроны молодцы. А много ли там еще таких яиц? Мириады, мириады. Вот, видите, то есть вы все знаете. Так же ж? Наверное, все знаю просто. Надо тренировать свою память. Тренировать и память, и не просто память, чтобы вы запомнили мои слова. Это никому не надо. Мои слова можно сразу забыть. Но главное, чтобы понять этот образ и понимать, как оно в природе есть. Вот что я пытаюсь до вас донести, то глубинное понимание, чтобы вы самостоятельно понимали,
объективное устройство Вселенной, а не просто слушали мой рассказ и пересказывали его, как в школе на литературном уроке делают там пересказ текста. Но все равно, чтобы запомнить, нужно все ваши знания, которые вы даете, все, чтобы обработать, и может где-то и... На каком-то, может, раннем этапе и нужно, но по большому счету это нужно осознать, это нужно понять и так далее. Вот видите, мировое яйцо. Угу. Ну, здесь часть убрана для удобства просто. А на самом деле это продолжается так. Понимаете? Нет. Убрана часть где? Ну, фактически считается, что здесь изображена половина мирового яйца. Угу. Сейчас увеличу, чтобы вам было легче это считать. Ну, около того. Нет, так неудобно. Видите, мировое яйцо. Да. Вот это синее продолжается сюда, и голубое продолжается сюда, и желтое продолжается сюда. Понимаете? Ну, да, я поняла, что это так. А здесь столбы Аллатара не изображены. Ну, от Аллатара он в виде обелиска. Да, это так. А здесь изображена только центральная ось Аллатара. Угу. Однако здесь изображена вот эта центральная ось, сварга на ней. Пирамида вниз, пирамида вверх изображена, Ра, пробивающий шкарлупу, и Ра, пробог в основании мирового яйца. Ра, пробивающий шкарлупу, это вверху? Ну да, ну он же сбоку не будет пробивать шкарлупу. Видите, там вокруг пробога немножко света есть? Да. А все тьма тьмущая. Тьмущая это синяя? Да. Вот, в принципе, мировое яйцо наполнено тьмой, то есть весь низ мирового яйца – это тьма. А дальше идет просветление. Там, то есть, смотрите, когда уже Всевышний отсюда, со состояния пробога, поднял свою мысль вверх, создал вокруг тебя сваргу, создал богов сварги, там все такое хорошее, прекрасное, создал сваргу вверх, сваргу вниз, поднялся на вершине, пробил шкарлупу, принял искры. Ну, это я все рассказывал, в принципе. Да. Искры заполнили вот эту вот верхнюю часть яйца. Вокруг сварги вверх. То есть это голубой цвет, который? Нет, никакой не голубой цвет. Это все желтый цвет. А вот это желтый цвет, да? Вот да. Это искры. А что тогда этот голубой? Слушайте мне внимательно. То есть в самом верху здесь Ра. Здесь, по большому счету, чтобы более точнее, можно изобразить много таких вот яиц, одно в другое вписаны. И самое светлое здесь будет вокруг верхней точки рода, который принял искр, как инглинги говорят, Арамха, который засиял там улыбкой, все такое. Вы это читали также. Да. Вот он здесь сияет улыбкой, условно говоря. Вот здесь чуть уже меньше света, здесь еще меньше. Еще меньше, еще меньше. И здесь уже нету самих источников света. Вот это голубое, что вы спрашивали. Mm-hmm. А здесь уже просто виден свет еще отсюда. А здесь уже даже отсюда свет не виден ниоткуда. Это вот как раз первичная тьма, океан тьмы, океан пустоты, который описан в индийских текстах, египетских, всяких других. А туда, куда проникает хоть какое-то количество света, как это место называется? Отдельных названий нету, просто это просто знание есть. Переходное какое-то. Ну, какое-то такое что-то. Больше того, здесь это сделано условно. По большому счету, эту градацию можно здесь провести линию и показать, что здесь уже совсем-совсем-совсем, а здесь еще совсем-совсем, ну еще не совсем. Или здесь тоже провести еще несколько линий, здесь провести линий. Это зависит от того, как мы захотим. Здесь идет разделение на самые основные отделы. Основной отдел это здесь вокруг сварги вниз, сварги вверх и плоскости сварги. Дальше идет та область, в которую уже доходит только свет со сварги, а уже непосредственно свет от Ра, и область, в которую вообще свет не доходит никак.
Однако поймите, что если сюда уже совсем, ну никак он не доходит, то что сюда еще как-то что-то дойдет, есть одна десятитысячная какая-то процента вероятность. Так же ж? Ну понятно, что чем отдаленнее от источника света, тем там темнее. И чем ближе, тем... Вот, поэтому я думаю, что вам надо пересмотреть и перечитать. У вас есть книжка по сотворению Вселенной? Нет. Как нет? Нет, у меня есть там, где написано, и вот эти пирамиды у меня есть нарисованы. Брошюра, истоки, все такое. Ведотворание, истоки. А, вот это есть, да. Вот. То есть, видите, все. Там есть и описано, и перевод ваш есть там. Да. Ну, я читала его, но, как видите, не совсем результативно. Я считаю, что совсем не результативно. Я советую вам перечитать ее несколько десятков раз. Ну, то и больше. И пересмотреть видеозаписи по сотворению Вселенной. Потому что Маркиян Святослав Вепшицкий лучшие годы своей вот этой жизни потратил фактически на то, чтобы создать эти схемы. Я не помню, вам детализировал я эту ситуацию или нет, но получается, что до Маркиана Вепшицкого была куча гимнов, коротеньких гимнов, длинных гимнов, вообще целых повестей, где описывалось сотворение Вселенной. То есть была ситуация или такая, как сейчас, что сидел какой-то проповедник и что-то говорил, только не камера, а другой кто-то это все писал. Угу. Причем, наверное, что со скоростью света, потому что, ну, условно говоря, потому что как бы перерыва не было какого-то. И человек писал, писал и писал. Ну, скорописцы же были. Ну да, как Ганеша, допустим, который за 2 НП на ВСДВ писал. Это из индийской мифологии. Так вот, и они могли написать этот гимн до какого угодно размера. Плюс они могли, как и я сейчас в разговоре, уходить на какую-то дополнительную тему, задавать присутствующим вопросы, как затрагивать свою какую-то тему, типа того, что, а вот знаете, когда я это изучал, тогда учитель там мне сказал еще что-то, а потому что ему учитель сказал еще что-то и так далее. То есть было куча отступлений. И поэтому понятно, что рядовому человеку, который не мог изучить все эти тексты одновременно, ему не было никакой возможности понять, как творилась Вселенная. Действительно, каким же образом он мог, если он не мог прочитать этот текст? Вот священнослужители, которые могли всю жизнь, еще с детства слушать, как их дедушки, бабушки, отцы и все остальные читают эти гимны. И потом, когда учились читать, они это читали, и до самой смерти. То где-то, наверное, к смерти они могли понять, как-то Вселенная создана все-таки, и как она устроена. Ну, как это было сложно все записано. Просто огромное количество неструктурированной информации. Маркиян все структурировал и преподал нам, чтобы мы... Да. И он сказал, что в принципе никакого знания, никакого познания без знания сотворения Вселенной невозможно. И сейчас вот одни люди от меня требуют архитектуру, а я понимаю, я не могу им дать архитектуру, если они не будут знать сотворение Вселенной. Ну или как, я могу им просто дать схему и сказать, строите так, так и так. Однако они не будут понимать, почему они так строят, и они будут привязаны к этой схеме. Нарушат схему, кикер башка, и все. А так, если я им дам общее понимание, то они сами смогут создавать схемы. То есть получается, что все, тоже архитектура и различные другие отрасли, ну, которые там нужно что-то строить и все, что без знаний о построении Вселенной это... Конечно, дальше вот вы хотите правильно вышить рубашку дочки, так же? Так. Без знания сотворения Вселенной вы не поймете, как крестики, что это делать, и ни о какой вышивке не может идти речи.
Я-то могу вам нарисовать орнамент, как он должен выглядеть. Но я же его за вас вышивать не буду, вышивать вам. И вам надо понимать, куда, в какую сторону вести иголкой, как это все будет влиять и в честь чего вы это делаете. Это очень сложно. И есть крестик Яви, есть крестик Нави, есть крестик Прави. Еще есть крестик Слави, есть крестик богов, есть крестик демонов, есть совмещенные всякие функции. И все это тоже базируется на знании сотворения Вселенной. И они сильно отличаются друг от друга, да? Или по внешнему можно не определить, какой есть крестик? Ну, то есть это, допустим, если вы ниткой сверху вниз и там сбоку так, всяк, то есть в одну сторону это одно, в другую сторону это другое, понимаете? Так? Ну да, можно предположить. Просто, допустим, я не знаю, какой есть какой крестик, когда-то вышивал. Нет, то, что уже сейчас вышито, я не пойму, как оно вышито, это факт. Ну понятно, я понял, что процесс правильно. Ну вышивальщица какая-то, которая там, она может поймать, я не пойму. Не, ну когда крестик уже наложен, как же... Да, поэтому я могу изначально сказать, как оно правильно, и вы сможете это делать. Но здесь тоже база знаний – это сотворение Вселенной. Медитация – база знаний сотворения Вселенной. Чакры, база знаний сотворения Вселенной. И все. Ну, значит, надо изучить детально сотворение Вселенной. Чем? Изучить и усведомить. Изучить с особой любовью, с особой жестокостью, с особой настойчивостью, с особой тщательностью, с особой качественностью. Со всеми особыми показателями, лишь бы понимать основную схему. Прославляем Маркиана Святослава Вепшицкого и, используя на практике эти знания, показать, что мы ценим его труд, показать, что мы на практике это все применяем. Так же, Жилика? Да, я на каждой славе прославляю, когда... Хорошо. Хотите шостиковы запытать по всей святотворине? Ничего не хочу. То есть я вас так уже замучил, что вы ничего. Я просто не... Не хочу сказать, что... Это будет неправильно. В смысле? Ну, слово такое неправильное, я просто... Не, говорите. Ну, скажем, не соображаю. Я не хочу сказать, что я не соображаю, но просто... Мне надо научиться себя заставлять соображать именно, как правильно. Ну вы же хозяйка своего тела, то есть. Ну, скажем так. Сидеть нейроном и соображать, или нафиг такие нейроны выкинуть и все, и другие позвать. Будем выкидывать кого-то. Ну как вы их будете выкидывать? Ну каким-то образом. Еще не знаю каким. Вот, поэтому лучше им просто объяснить, что лучше им сотрудничать. Потому что, в принципе, с помощью поста, в ходе которого осуществляется особый вид дыхания, можно выбирать именно, на какую часть нашего тела идет сокращение клеток. Вплоть до того, что... А вы знаете, как это делается? Да. Потому что можно поститься и сокращаться будут клетки головного мозга, тоже такое можно? Да. Ну так это никому не надо. То есть мне это совершенно не надо. А когда вы сможете сказать, как это правильно делать? Я могу сначала просто объяснить своим искрам, что им лучше с вами сотрудничать. И тогда вам не надо будет против них применять репрессии, депортации и прочие прелести. Ну что вам мешает сейчас сосредоточиться? Сверюки возле вас никакой нету. Ну, я даже не знаю, что. Я даже уже перепугался, что есть сегодня это самое. А потом понял, что это вы на выборном участке.
Потому что я сосредоточился на вас. Смотрю, возле вас какая-то нечисть. Это много было всяких. Ну и я обрадовался, что это не тонкоматериальное, а что, наверное, какая-то двуногая рядом была. Да, наверное. Или, может, тонкоматериальная, сидящая на двуногой. Ну, по крайней мере, хорошо, у вас она никуда не села, и это меня радует. Я свое состояние, просто, ну, как бы я его вижу, но какое-то такое вялое. И мне собраться, ну, скажем, я не могу как-то так собраться. У меня бывают как бы просветления какие-то, когда вот, но я не знаю, с чем это. Ну, вы же хозяйка себе. Ну, я хозяйка, ну, какая-то, наверное, не совсем такая. Ну иначе зачем жить, иначе зачем это все тогда надо? Я понимаю. Ну, допустим, как управлять там физически, еще что-то, это я понимаю. А в духовном плане вот у меня не хватает ни опыта, ни знаний, чтобы так, допустим, делать, как я могу делать в физическом плане, в материальном плане. Там работать, там что-то такое вот, лечить, там еще что-то. Это я знаю как. А тут у меня нету, не можно сказать, ни. Я таким не занималась, типа, практики у меня нету никакой. И, наверное, понятия, как это делать, тоже особенного нет. Потому что, ну, я не сталкивалась с такими людьми, которые это могут этим заниматься. В смысле? Чем именно? Ну, допустим, ну вот я с вами познакомилась. Вот, я смотрю на вас, вижу вас, и как вы занимаетесь, как вы, что делаете. Ну, что-то видите. Ну, что-то видите. Видите кончик моего носа и подбородок. Так, да, и руки вижу. Ну, да. Ну, я же знаю и чувствую, ну, как вы, вот, допустим, и вы говорите, как, что вы можете и как вы это делаете, ну, практически там. Ну, в принципе, видите, отчасти это даже и одна из причин, чего я именно так решил какое-то время снимать видеозаписи, потому что я, допустим, это не мое тело, я это не мое лицо, я не это самое. Я — это искра, и мое дело, мое то, что я хочу передать людям, те знания, это является в первую очередь то, что я хочу им донести. Поэтому, да, я сейчас полностью практически там закрыл видение своего тела для, ну, слушателей, зрителей. И хочу, чтобы они настраивались как раз на те знания, на то, что я могу им предоставить. Я это понимаю. А многим тяжело сосредоточиться вообще на чем-нибудь. И мне даже фактически большая часть людей, те, которые даже меня смотрят, те, которые даже признают, что то, что я делаю, это правильно, это хорошо. И одни там пишут: ой, мы тебе там кланяемся, и еще чего-нибудь. Мне не надо никаких ни поклонов, ничего от них не надо. Конечно, с другой стороны, мне от каждого человека нужна помощь, вот конкретная, и лучше, чем если бы он пишет по интернету, что он мне там 40 раз кланяется, лучше бы он 40 раз распространил мои видеозаписи на каких-то сайтах. Потому что мне его словесные поклоны, в принципе, ни капли нигде не нужны. Надо конкретное дело на развитие человечества, на продвижение. Это с одной стороны. С другой стороны, то, для чего я даю знания, не просто для того, чтобы люди сказали: да, хорошо, да, интересно. А я хочу, чтобы они сами это осознали, и чтобы у меня хотя бы появился круг тех, с кем я могу это дальше разбирать, с кем я могу определять, может, какие-то свои глюки в этих областях, и дальше совершенствовать себя, совершенствовать их и так далее. То есть полный апдейт и апгрейд. Вы, наверное, не знаете эти термины? Не знаю. Ой, Господи ж помилуй.
апдейт – это как бы установка более нового программного обеспечения, а апгрейд – это совершенствование каких-то деталей компьютера. Ну, я эти термины говорю… Это компьютерные термины? Да, но я их говорю в применении к человеку. То есть апгрейд функции тела и апдейт сознания. Ну, приблизительно… Понимаете, что я имею в виду? А? Приблизительно, да. Что вы хотите разобрать сейчас еще? А? Даже не знаю, что я хочу разобрать. Просто когда много мне информации, то она как-то вся размывается. Это же немного информации, это мизер, это... Ну, я вспоминаю. Но все равно каждая новая информация как-то должна отложиться у меня, и потом я запомнить что-то. Вы очень сильно недооцениваете возможности мозга. Мозг туда надо накидывать информации, накидывать, пусть он трещит, пусть он визжит, но пусть он со временем привыкнет. И искры, которые составляют мозг, у них два выбора. Или через органы выделения идти подальше, или работать так, как вам надо. Мы это поняли и приняли. То есть вы считаете, что нужно давать им побольше работы, чтобы они работали? Конечно. А чего бы нет? Ну, как видите, я очень не привык к такому режиму работы. И, наверное, привыкать. Я уверен, что даже не наверное, а точно. Прекрасно, давайте. Рада, сила и слава Всевышнего, Ара, то есть она духовна, она нематериальна, и мы являемся ее частицами. Я это знаю. И славление, так славление написано. Да. Хорошо, какие именно аспекты ее вы хотите разобрать? Ну вот как она проявляется, скажем, в нашей земной жизни? Постоянно ее проявление – это свет Солнца. Ведь вы же понимаете, что сам Солнце – это Ра. Угу. Это как все, ну, все Солнце, с одной стороны, является его телом, с другой стороны, на Солнце миллиарды искр, которые являются Ра. То есть там Ра в виде искры присутствует. Для того, чтобы потом вот эти свои проявления распространять по разным местностям. И, кроме того, для того, чтобы удобно в человекообразной форме общаться с теми князьями, которые у него там живут. Там присутствует огромное количество наших предков, праведных князей, фараонов, императоров, которые туда стартовали, и там живут со Всевышним, общаются, дружат. Это называется ладья или да. Как-то так? Ладья миллионов лет. Чёван вечности. Угу. То есть в ведических писаниях он называется Чёван вечности, чи Чёван ксироков, а в египетских ладья миллионов лет. И Рада тоже должна быть присутня? Ну, Рада — это и есть отчасти вокруг Солнца, и она и на Солнце во многих проявлениях присутствует рядом с каждым проявлением Ра. Они неотделимы. Это если даже при воплощении можно теоретически сказать, что вот князь Саагаст, а вот княгиня Славидатта. Но это условно для людей, это тоже человеческая иллюзия скорей. А на духовном плане, где есть Ра, там есть Рада, как его сила и слава. Вы можете себе представить Ра немощным каким-то, несчастным вообще? Да, звучально нет. Значит, с ним есть его сила.
Так и все Боги. Но с другой стороны, а может быть просто сила без ее обладателя? Ну, естественно, нет. Значит, тогда везде с Радой Ра. Так там подобно у богов. Не, ну у богов уже идет материализм чуть-чуть, у богов уже идет всякое другое. Это уже, если как на уровне принципа и сохраняется, даже отчасти на уровне людей, на уровне принципа, то на уровне практики это уже уходит в небытие практически. Поясните, как на уровне практики уходит в небытие? Ну что, на уровне теории, как бы, даже народная пословица, что типа муж и жена одна сатана. Угу. Это на уровне теории, то, что есть. А на уровне практики жена пошла себе, легла под одного любовника и думает о тем, как бы ей накупить новых там сверхмодных трусов и там так далее. Муж пошел с другой любовницей и думает, как бы ему напиться водки там и так далее. И все. И может у них есть какие-то там детеныши, которые тоже там как-то есть. Но вот этого духовного единства сейчас уже мы можем встретить только в каких-то духовных обществах. Рахманская традиция, там вайшнавы, какие-то сверхкачественные христиане и так далее. В повседневном обществе уже нету единства духовного. Уже ей надо одно, ему надо другое. И что, ей надо, чтобы он ей деньги носил, ему надо, чтобы она с ним ложилась и стирала носки и всего. Ну или с вариациями этого всего. Основа такая. Ну как контракт. Ясно. Трудовое соглашение. А скажите, Орец, чому, от, допустим, такі недоліки, якими обладають мужчини? Недоліки, як можна назвати, чи страсті, скажімо так. Це є там пиятика та куріння, а в жінок це всяке там шмоті, все таке інше. А чому така тенденція чи що? Ось мужчини йдуть там відпочивати чи що, то їм треба напитися, накуритися. А чому саме так, чи то ким то так заведено? Чи кимось це спеціально так заведено, чи це властиво якимось характерним ознакам то там чоловіка і жінки? Да ні, це вже більш соціальне. Просто соціальне, що от росте ребенок, і навіть в школі, коли, ну, можу на примірі моєго класу, там моєї школи, де я те саме, там періодично мальчики ходили провідати ветерана. И ветеран такой, хоть, допустим, мой дед также был ветераном, но вот он достойный, конкретный, который там защищал наш народ, все. А это там уже был не ветеран, а вообще какая-то такая вот заалкашенная штуковинка. И он что-то там рассказывал, что да, ордена свои показывал. И в конце он каждому из мальчиков давал вина выпить. А у девочек там свое обучение, своя система. То есть получается изначально социально установлено, что мужчин предрасполагают к алкоголю, а женщин предрасполагают к их всяким грюкам. То есть это именно по социальному, в социальной сфере, чи як це? Ну да. Социальное образование фактически социальный половой аспект. Тобто принадлежність к... Потому что есть же как? Есть духовный половой аспект, есть биологический половой аспект, есть социальный. Понимаете разницу всего этого? Ну так. Социальный. Точно? Ну, на том уровне, то вы сейчас говорили, понимаю. Духовный половой аспект, понимаете? Ну, назначение мужчин, назначение женщины. Расскажите. Так как должно быть или как есть? Как должно быть. Или как есть. Мне интересно, как вы это расскажете.
Мужчина – это глава семьи в любом случае, и в духовном, и в биологическом. И он несет ответственность и за себя, и за жену, и за детей. Он главный, скажем, воспитатель, главный, ну, творец своей семьи, можно сказать так. Ну да, это опять же, вы уже чуть-чуть духовное привязали к социальному, всему такому. По сути дела, на духовном плане мужчина – это тот, кто берет на себя роль быть фактически ара для кого-то другого. Да. Быть источником света и вести кого-то за собой к Всевышнему ара. Женщина берет на себя роль рады, которая во всем помогает своему ра, во всем ему служит, и вместе с ним идет ко Всевышнему ра. И также, если еще кроме духовного возьмем душевный, то мужчина это ответственность, это четкость, ясность. А женщина – это служение, покладистость и так далее. На данном этапе сейчас покладистости у женщины очень мало осталось. Ну, биологически это тоже понятно. А социально это уже дальше, как принято там вести себя, как, что принято знать, как принято выглядеть и так далее. Допустим, в интернете есть такая тема, и меня даже приглашали на съемки на одном канале передачи, но я отказался. Слышали, сейчас есть такое модное течение, называется андрогины. Это люди, которые отказываются от своей половой принадлежности и говорят, что они андрогины, как бы и не мужчина, и не женщина. Это ваши московские знакомые какие есть? Нет, это по всему миру есть такое. Они и на Украине есть, и все. И поскольку по имиджу отчасти я похож на представителя этого движения, то меня вот недавно пытались приглашать на съемки той передачи, но я им сказал, что как гость, как эксперт по религиоведению, еще как кто-то, я готов присутствовать. Как андрогин я не готов присутствовать, потому что я себя к ним не причисляю. То есть, допустим, если гомосеки — это половоодержимые такие существа, которые хотят сношаться с представителями своего пола, то андрогины не факт, что хотят с кем-то сношаться, просто они отказываются от пола как такового вообще. Ну так же тоже не должно быть. Это, вот интересно, что в принципе в каком-то смысле они правы. И в принципе это опять же идея андрогинов, она отчасти очень перспективна в своем развитии. Если ее правильно развить, то можно ее развить до такого, что фактически до ведических знаний, что изначально все мы духовная искра, а какой-либо пол в этой жизни — это всего лишь временная роль, временная игра. Ну, если это правильно им объяснить, то они это поймут и примут, потому что это люди, вышедшие за рамки навязанных шаблонов, навязанных стереотипов, которыми сейчас всех штампуют с детства и до гроба. И даже учат, в какой гроб ложиться там. Какого цвета? Вот, да. А если это в неправильном курсе повести, как оно сейчас ведется, то это тогда вообще типа сношайся с кем хочешь и не хочешь, и как хочешь. Ну, полная деградация, полная гниль, мерзость и гонь. Ну, если у них, так сказать, направление к тому, что пола нету, то какие могут быть отношения между полами? Или у них вообще бесполые какие-то отношения? Непонятно. То есть, смотрите, сейчас как принято считать, что мужчина короткостриженный, недобритый, крупного телосложения,
одевается полугрязно, полукак-то, это самое, ну где-то так. Так. А многих мальчиков, которые, допустим, являются с чистой генетикой, которые там или княжеского, или какого происхождения, им просто в школе говорили, что они похожи на девочек. Вот лично мне вообще уже столько всего наговорили, что если бы я на это обращал внимание, то уже можно Чупакаброй Лунную ночь ставить. А они такие подумают, о, нам сказали, что мы типа на девочек похожи. Ой, какие интересные. А может мы такие девочки? Ну, потому что у них сознание слабое, и чужое мнение, когда свое мнение слабое, непонятно, для них чужое мнение становится интересным. Понимаете, даже в Бхагавад-гите сказано, что совершенный человек, он полностью целостный и самодостаточен сам в себе и сам по себе, как в принципе и Всевышний. А современные деграданты, им очень важно то, что о них считает, то, что о них думает и так далее. Поэтому вот, допустим, им в школе сказали, что они там похожи на девочек. И позднее они такие думают, что может они не совсем мужчины и так далее. И многие из них там как-то это самое... Ну, самый яркий пример — это Стас Федянин. В Москве есть один такой товарищ. По внешнему виду он более женственный, чем любая женщина, в принципе. И он работает фотомоделью. Единственное, что как бы, ну, на это даже мало кто обращает внимание, что у него нет грудей, но по его всему внешнему виду как бы и не догадаться, что это мужчина на самом деле. Хотя у него есть жена, и в этом плане я рад за него, в принципе. И отчасти, может, даже завидую ему, что у него именно вот не просто жена, как дырка, с которой он там что-то делает, а жена именно как союзница, жена именно как полная сподвижница, которая... Она там называет себя Анжела Лондон, она записывает тупые песенки, все, и они, получается, друг друга в интернете продвигают. То есть в этом отношении они очень гармоничная пара. То есть он, скажем, получается, что женщины должны выглядеть мужчинообразно, а мужчины должны выглядеть женообразно у этих товарищей, про которых вы сейчас рассказывали, да? Хуже. А что может быть хуже? То есть там вообще это самое... Полная чинцепхедапхедататва, как сказали бы индусы. Ну, вы же знаете этот термин, да? Ну, не совсем. Ну, ачинтья, то есть, в принципе, если на наши корни его разобрать, а отрицание и читья – знание, то есть то, что вообще непонятно, непостижимо никак. Ну, я этот термин использовал в отношении... что полная непонятность. Угу. Теперь понял. Ну, вы их в интернете можете найти, там куча видео всяких. Чтобы и так, потому что мне... приходить вовремя. Понимаете, так мне звонят одни, другие, третьи, я и так опаздываю всегда и везде практически. Ну, хотите приходить вовремя. Ну, да. Ну, сегодня тоже я кое-что делал, и пока тот товарищ... ковырял мои мозги, что типа он не хочет приходить на лекцию к капюшону, он хочет прийти к Арию Радославу. Ну, он это делал, не знаю, ему просто делать было нечего, если он не собирался идти. Ну да, то есть потом он сказал, что у него смена и все, то зачем тогда было ковырять мои мозги? Это есть неправильно. Так, все переставилось. А хотя вот, допустим, недавно, когда это самое, был дождь, и когда он там под открытым небом ходил, то есть мне специально в противовес, что вот он даже под дождем ничего на голову не одевает, то сейчас уже кашляет, как я не знаю что. Он ходит без головного убора. По крайней мере, пока
пока я решил постоянно носить капюшон, то в противовес мне, наверное, он решил, даже под дождем он ничего на голову не одевал. Ну, это что, дожди были сейчас? Ну, понятно, но нужно зонтик на голову. Ну, может, не догадался или что. Но зато сегодня он мне таким кашлем в трубку кашлял, что даже капюшон от такого кашля мои уши не спас. Ну, не поэтому кашляет, что он зеленого бора, потому что он мясо жрет, потому кашляет. Ну, это как бы и то, и другое. Одно другому не мешает. Я не кашляю. Я очень редко одеваю что на голову, когда. Я могу одевать, могу не одевать. И не кашлять. Но оно для меня не особо принципиально. Но пока, как бы они не смеялись, как бы они не визжали, буду носить капюшон. В принципе, некоторые считают, что когда они меня называют капюшоном, они меня сильно оскорбляют. Я думаю, что вам все равно. Ну, как бы я не считаю, что это оскорбление. В принципе, сам по себе капюшон является то, чем люди защищают свою голову там, от снега, дождя, холода. А я защищаю людские мозги от лжи и всего такого. Поэтому, в принципе, в каком-то образно-символическом плане капюшон может являться моим символом. Так что они меня не сильно обижают. Вот то, что на Украине есть группа певиц, которые себя назвали «Поющие трусы». Я даже не знала такого. Вот это они себя уже в действительности, мне кажется. Обидели очень. Совсем так. Они, наверное, и не поющие совсем. Не знаю, я не изучал. Ну, обычно. Они и петь не могут. Честно, не изучал. А, допустим, смотрите, вот эта штука, квадратура круга, находится в центре плоскости Сварги. И что, где, что означает? То до нас это еще все далеко. То есть, смотрите, как получается. Получается, что Сварга состоит... Ну, Сварга это как прямоугольник, пересеченный двумя линиями. Так же? Крест правильный. Да. А мы давайте берем и увеличиваем эти линии. Вот как на компьютере, вернее на телефоне, у вас есть картинка маленькая, а вы ее раздвигаете пальцами. Вот давайте так, условно говоря, раздвинем эти линии. Раздвигаем, раздвигаем линии, и они у нас уже как дорога. Широкие такие, все. То в квадрате, образованном ихним пересечением, будет такая штука. Понимаете, как это возникло? Так, как вы сказали. Нет, это как мы до этого доходим, чтобы это рассмотреть. А как это возникло в природе? Нет. Помните, Сварг был в центре Сварги? Так, там он и есть в центре. А понимаете, что... Сварга это как плоскость, можно ее сравнить с поверхностью воды. Да. Вот представьте, допустим, что у вас вода в стеклянной емкости, и вы сбоку на это смотрите. В воду опущен мяч. Сначала так, что поверхность воды симметрична экватору мяча. Так. Представили? А потом вы постепенно мяч поднимаете. И остается линия и шар. То есть, понимаете, постепенно круг, образуемый мячом в воде, уменьшается. Или нет? Я же вызываю вас. Я думаю, пытаюсь представить себе, как это. Ну, представьте, у нас здесь, допустим, прямоугольная такая, вернее, ровная стенка, и здесь у нас емкость с водой. Туда опускаем мяч. И на начальном этапе поверхность воды и экватор мяча соответствуют. Ну, это я... То есть мяч засунутый в воду наполовину. Ну, когда мы его достаем. А потом мы постепенно поднимаем. И если мы, допустим,
как-то на воде зафиксируем там, или положим какие-то, допустим, пластмассовые круги на воду, то у нас сначала будет большой круг, ну, вокруг всего экватора мяча. А потом мяч чуть-чуть меньше, поднялся, меньше, круг меньше, меньше и меньше. Так и там, сварах, когда поднимался, все меньше и меньше места занимал в центре сварки. Как спираль, да? Получается, нет? Зачем? Откуда спираль? Ну, тоже форма приблизительно такая. Просто да нет, форма... вы сосредоточьтесь и сюда. Спираль — это когда оно завивается как-то. А здесь просто есть большой круг, мы подняли, и уже есть меньший круг. Ну, ну как воронка получается, да? Зачем? Какая воронка? Или воронка наоборот. Никакая не воронка. Это все поверхность. Все на поверхности. Да. Да. Мы это не вытягиваем ни вниз, ни вверх, ни вбок. Это все на поверхности. Все отображается на поверхности. Да. Так, хорошо, понял. Понимаете, как круги уменьшаются? Да, поняла, поняла. То есть это было в перекрестке сварки. Так, он поднялся. Но он же постоянно, когда был в центре сварки, испускал энергию во все стороны сварки. Понимаете? Угу. Его энергия ударялась о границы ноана сварки. Ну, вот этого вот... квадрата на перекрестке дорог сварки. Угу. И возвращалась к нему. То есть она отходила от него, ударялась в квадратные стены и возвращалась тоже в виде квадратного отпечатка. Поэтому да. Вместе с кругами там возникали квадраты вокруг него. И круги, и квадраты одновременно, да? Да. Круг его пребывания. Квадрат отражение от стенок к нему его же энергии. Угу. Вот это, в принципе, основа той квадратуры круга, про которую говорит Хиневич. Этот принцип стоит в основе построения домов, в частности, крыш. Этот принцип стоит в основе, допустим, даже той же катушки, которая... ставится в стену напротив перекрестка проводов, ну, в той схеме электропроводки, которую Йордан разработал. Ну а сейчас разработана специально такая, которая плохо влияет на людей и на все. Конечно. Ну, сейчас никто не задумывается, дана им схема, они по этой схеме работают. Ну, он для себя это разработал, потому что я ему помогал в переводе, он мне дал эту схему. Поэтому, по крайней мере, за то, что он это разработал, иногда буду его называть Ардан, как его и зовут. А за то, что он кучу нагадил, буду его называть и Арданом. Разница? Не, ну его же настоящее имя Ардан, то есть как Ардан. Бы данной истиной. А вы будете называть его Иордан. А я его в честь речки Иордан за ну, его некоторые дела переименовал еще тогда, когда он сюда был присланный, чтобы меня мучить. А цвета там в этом круге это специально? Это я даже не помню, как бы окончательно чья это была идея, но это в принципе моя была идея совместно с Рабиновичем его переименовать в Иордан. Рабинович живой еще? Рабинович живой, по мере возможности пакости там чуть-чуть. Но у Рабиновича еще одна была идея, которая... Ну, в принципе, понимаете, он же все-таки Рабинович, поэтому много его идей вообще ужасных. Но некоторые идеи, поскольку он все-таки разумно изучал веды, имеют свой смысл. То есть его идея, одна из которых, заключалась в том, чтобы все свои грехи переложить на совет. Ему это удалось? Не знаю. По крайней мере, те грехи, что в отношении меня, точно что не удастся. Но ведь смотрите, многие люди сейчас грешат, действуют неправильно, потому что у них нет правильных знаний. Да, это да. Это а правильные знания не дают совет. То есть, если бы эти правильные знания были, то, что я даю,
то, по крайней мере, у человека есть выбор. Послушать меня и действовать правильно, или не послушать и действовать как хрюшка. Или еще как-нибудь. Угу. Третий вариант тоже возможен. Ну, какой-то... Ну, комбинация этих вариантов. А совет не дает этого выбора. То есть он сам решает, как, в принципе, будут, как будут, какие чего, будут обстоятельства. Чего? Ну, он практически как задает тон и дает дорогу, ну, совет. Или так. Дает дорогу, или не дает дорогу. То кому? Есть, никому не дают дорогу. Не они дают сказали, дорогу. Что они 80 лет будут сидеть, не вылазить. Ну, и не бояться. Да? А чего не боятся? Ничего не понимаю. Что вообще говорите? Я хочу сказать о том, что ведь кто имеет знания, тот должен проповедовать. Ну да, но они решили, что они 80 лет плюют на моего духовного учителя, на Маркияна Вепшицкого, на всех праведных и святых, на самого Всевышнего, и сидят, грея свои седалища. И все. И им больше ничего не интересно. Ну, они, наверное, не понимают, что это все-таки тоже не за это будут нести какую-то ответственность. Я уж точно так это все подвожу, что будут нести. В большом количестве причем. Ну, они не понимают, наверное. Если понимали, то действуют по-другому. Не знаю, может, они думают как-то это компенсировать. Ведь законы кармы – это интересная штука, и... А чем это можно компенсировать? Да много чем. Вот, допустим, лично у меня была такая ситуация, что, с одной стороны, человек, который мне в некоторых случаях навредил, и как бы если я этому человеку обратно наврежу, это тогда уже кармическая какая-то бойня фактически получается. Он мне шкодит, я ему шкодю, но это неинтересно. Поэтому у меня была другая ситуация. Я знал, что часть моих данных, фактически часть моих писаний, которые фотографии писаний с хранилища Раяна Правислава и все такое, часть этих данных становится под угрозу. Это может быть уничтожено. Я звоню человеку и говорю, предоставь мне жесткий диск для того, чтобы сохранить эти данные. В противном случае, если эти данные будут уничтожены, кармическая ответственность за потерю этих данных ложится на тебя. Поскольку этот человек интересуется ведическими знаниями, все такое, поскольку человек понимает, о чем речь, знает, ценит это, то, учитывая то, что человек отказался предоставить это дело, то в случае уничтожения данных кармическая ответственность будет не на мне, потому что я фактически переложил свою ответственность, а на том человеке. Но он вам так и не вернул. Что? Диск. Я сейчас говорю не за того, кто брал диск, а за другую ситуацию. То есть с кармой, если грамотно, умно к этому подходить, и причем еще не пытаться. То есть евреи, тот же самый даже Рабинович, то, что он подумал всю карму на совет переложить, это уж слишком много. Тут, если он какие-то свои мелкие пакости будет перекладывать, то боги его могут на этом поймать и как следует с ним за это еще поработать. А вот если грамотно, разумно на некоторых вредителей некоторые аспекты перекладывать, то можно так даже свою кармическую линию, в принципе, очищать. Ну, это можно делать и на бытовом уровне, допустим. Конечно. Потому что есть много людей, которые хотят что-то с себя на кого-то переложить, ответственность за какие-то поступки. Ну, по крайней мере, я сейчас не говорю за какую-то примитивную магию для тупых, когда надо 40 раз поплевать через плечо, поцеловать мертвую жабу, там, облиться воском, что еще там им надо. Не знаю, я таким не знаю. Обкататься яйцами. Ну и все в таком духе. Я сейчас говорю не за это, а за то, чтобы, понимая законы кармы и те или иные кармические явления, видя настолько четко, как вы видите этот телефон,
просто взять и с одного места переложить на другое. И причем понимать, что мы имеем на это четкое право. Ну, должны быть обстоятельства такие. Конечно. Ну, то есть человек, когда стоит перед выбором, уже ему так поступить или так по-другому, как бы... Нет, я не то хочу сказать. Хочу сказать, что я поняла, что когда вот какая-то ответственность большая, вот у вас, да, за что-то вы несете, и вы не можете по-другому поступить, чтобы поступить по правде, скажем так. А просто неинтересно по крыльзе поступать. По крыльзе поступать, это получается, что и кому-то сразу практически вред. А в долгосрочной перспективе вред и мне, вред и всем окружающим. Ну, то есть, получается, допустим, если как некоторые считают, что или поступать для себя, действовать выгодно, или поступать по правде. Угу. Это на самом деле ложь. Получается, что крывда, она только может какую-то иллюзорную, сиюминутную что-то такое принести, но в долгосрочной перспективе это... Не стоит тогда вообще того, ради чего это делалось. То есть потом все разрушается. Ну да, и память тупая становится, и вообще это кошмар. Мне это сейчас иногда так мешает, некоторые мои грехи всякие. Ведь если бы память полностью работала, то можно было бы сайт намного лучше усовершенствовать. Можно было бы и видео быстрее делать, и фактически совершенствовать мир качественнее. А так все-таки мой мозг медленный достаточно сильно. Вот я и думаю, как его апгрейдить, так сказать. Скажите, пожалуйста, а ведь это не только, допустим, это обман и все прочее из этой жизни, это с прошлой жизни может быть, да? Ну, да. Влияет на память и на все прочее. Да. Вот я и подумаю, что там у меня в прошлой жизни было, если... Не, ну допустим, на память влияет не только ложь. Ложь — это один из самых сильных таких факторов, который влияет на память. Может еще быть такое, что человек хочет что-то забыть себя не осознает качественно и дает общую команду забыть. А поскольку его под программы все эти сами не понимают, что им надо забыть, они забывают все. И вообще становятся хуже помнящими. А как влияют вот эти все христианские причастия, все прочее на память? Да страшно влияет. Ну, вот у меня, наверное, поэтому такая память, потому что я очень много причащалась. Еще поэтому тоже, когда была в христианстве. Я скажу точнее, у вас плохая память, потому что вы самостоятельно себе это разрешили. То есть как это? Просто. А вы не должны себе это разрешать, и вы должны память развивать. И те искры памяти, которые хотят у вас остаться, вы им должны поставить условия. Или через задний проход на перегной, или служите мне как положено. Или работать. Да. То есть фактически то, что сейчас в Украине надо. Что часть чиновников вышвырнуть, а тех, что оставить, чтобы они функционировали как винтики единой схемы. Будет ли такое в нашей стране? Не, ну это пока больше фантастика. Похоже там. А вот в отношении своего сознания это намного легче сделать. Розовати свою пам'ять, дивлячись. Так от, смотрите, це центр перекрестка. Центр перекрестка. А в ньому, в самому його глибині, угу. Ще глибинні схема. А в ній ще глибинні схема. Саме ядро. А в ядрі? А якщо виділяємо її один із боків, тут виходить у нас так называемый великий порядок, в центре которого царствует промысел и который состоит из галактик. Из множества галактик? Да. Называется великий порядок.
по официальным научным названиям галактическое скопление. В центре это где? Вот это большое? А в центре там, ну, это как бы поверхность, мы это не видим. Оно там в глубине вот этого шестигранника. Ну, в шестигранники, скажи. Сейчас увеличу. В центре там в глубине, в виде огромного солнца, царствует промысел. А с ним три его жены. Вот эти другие, да? Нет, здесь этого ничего не видно, я же говорю. А, то есть там в этом самом главном шестиграннике, да? Да. А вот одна из галактик, это наша галактика, которая называется Хат-Арта. Она находится в этом... шестиграннике. Угу. А остальные все это всякое другое. Это лишь малюсенькая часть чего-то. Угу. Да, вы знаете, когда столько лет, допустим, я была в христианстве, это раз, во-вторых, что мы учили, а что в христианстве? Что... Там ничего практически. Абсолютно. Там всё земля в центре, да, всего, вот. И все, и иголка там на троне сидит, и гадюками своих избранных посыпает. То, что земля в центре всего. То есть это примитив, это вообще это самое. А в ведах используются такие отрезки времени, пространства, такие вообще понятия, которые даже современной науке до этого далеко. Современная наука только практически при Эйнштейне дошла до того, что пространство и время едино. А в ведах это давно было понятно, потому что время порождается битвой Белобога и Чернобога, а все это находится в плоскости сварги. То есть плоскость сварги — это пространство и время, по сути дела. Вот вам и пространственно-временной континуум. Вы еще тут? Я тут. Все добрые. Про жен промысла хотите детальнее разобрать, что там было? Расскажите, я ничего не знаю. Хорошо, через пару минут. Они там некоторые просто уже это самое, всякие глюки пишут, не понимая, что вообще со мной происходит. Ну, чисто внешне, если смотреть на это, вообще трудно это понять. Что трудно понять? Ну, ваш внешний вид. Если только смотреть на то, как вы одеваетесь, и больше ничего не делать. И чтобы не слушать ничего. Кстати, интересно, что по моему внешнему виду вы можете, допустим, ну, это то, что все говорят, там, что вы можете там куда-то принадлежать какой-то группе людей, определенных занятий, вот. Вы так это самое пытаетесь это относительно гомосеков сказать? Ну, естественно, я просто не хочу говорить это. Ну что, в действительности в интернете такие теории есть и... Ну, не только в интернете. Как бы даже наша знакомая их распространяла. И это самое, когда к советникам приезжал, они такие... А ты знаешь, вот про тебя говорят, что ты гомосек, типа, все такое. Я им, ну хорошо, что говорят, а у вас-то где там доказательства, еще что-нибудь? Ну, внешность, по крайней мере, похожа. Но это же не... Ну, во-первых, если реально подходить по внешности, то можно найти гомосека, похожего на кого угодно. Согласна с вами. И если, допустим, вот они мне это серьезно, то есть получается, что они как? Они сказали, что там про меня говорят, что я гомосек, и все. Дальше, как бы, когда я им несколько доводов сказал, они уже все, дальше этот вопрос не разбирали. Если, допустим, они серьезно там назначили какое-то разбирательство этого вопроса, то я мог бы перед этим
запомнив їх внешність, в інтернеті знайти фотографії похожих гомосеків і на то розбирательство принести їм і сказати, от видите, от ви, от вони. Ну реально, їх куча цих гомосеків, і можна под любой типаж чоловіка знайти якогось гомосека. Ну просто прийнятий образ мужчини, прийнятий образ жінки. Вот, ну, скажем, вы не совсем соответствуете. Там мужчинам не принято красить волос, не принято делать там яркое и так далее, и тому подобное. Вот. Ну да. Сейчас мужчины как-то, они многие носят розовые футболки, зеленые всякие, там красные. Ну, красные как бы еще стираются грани какие-то, но... Ну, кстати, с одной стороны выстраиваются те грани, которые не надо, а с другой стороны стираются те грани, которые надо во многих смыслах. Поэтому же я, допустим, и отслеживаю те события, которые происходят на конференциях тех же андрогинов, там, в других местах, и смотрю, что получается вот эту же идею андрогинности, если бы они правильно ее повели, о том, что мы духовные существа, там все, и не привязывались к половым органам. А там это слишком сильно все привязано к тем же влагалищам и членам, чем к каким-то высшим идеям. Нету, вероятно, духовной направленности. Какой? А тогда это все уже теряет смысл, все, что они там... Великие андрогины. Кому они такие надо? Ну, вы же говорили, что в принципе в духовном мире тоже есть и разная искра, которая как бы обладает мужскими качествами или женскими. Так вот я же сегодня... Как бы и начал с того, что есть мужские и женские аспекты в плане духовного, есть в плане психологического, там, душевного. То есть это же все равно сохраняется в духовном плане. То есть искра не может быть совершенно, ну, скажем, никакой, она все равно имеет какие-то качества, или те, или другие. Но, к сожалению, сейчас здесь большая часть искр, это как раз совсем никакие искры. Во всех смыслах этого слова. Ну, в духовном мире вообще это. Там же. Так они не хотят в духовный мир, они здесь хрюшки и совсем хрюшки уже. А те, которые настоящие хрюшки. Кто из них может получиться? Так они же меняются. Хрюшку съел, хрюшка, стал хрюшкой. И все. Сейчас я ищу текст там, где про промысла. А та хрюшка, которая несознательно кого-то съела, она с чем не станет, да? Животное имеет. Прошу детализировать вопрос. Ну, допустим, животные, они же питаются животными. Ну, питаются. Ну... У них это не влияет на то, кем они будут потом. Ну, в разных ситуациях здесь. Я сейчас не совсем готов к такому вопросу. Потому что бывает у некоторых животных есть такое, что чем больше они других смогут съесть, тем как бы они больше к тем направятся. Этим отчасти черные маги пользовались, когда они решали, что напиться крови там, того или иного животного и принять как бы его свойства и действовать там соответственно как-то. Некоторые скандинавские воины поздних времен, они пили волчью кровь и становились берсерками. Что это за слово такое? Человека волками. То есть они могли превращаться в волков, или они
своей сути были такими. Ну что-то между этого всего. Вот сейчас многие люди гадают, там думают то, про что вообще в принципе-то думать и нет смысла никакого. Но я считаю, что нам надо думать, нам надо сосредотачиваться на то, что нам нужно, а не на непонятно что вообще. Как это вот я недавно пришел на собрание одних сектантов. И они такие, раздевайся, что ты не раздеваешься. А я там, часть капюшонов снял, часть оставил. Я говорю, я так вот, все. И один говорит, ладно, пусть так, это самое. А другие, раздевайся, что ты там нас не уважаешь, все такое. А это самое. Другая говорит, он, наверное, так накрасился, что ему стыдно раздеться. Он делает это. А другая говорит, а может у него волос нету? А у нее рядом сидит и спрашивает, а что у него совсем волос нету? А потом глава этого всего наслушался и говорит, мы тебя любого примем, мы тебя любого любим. Там это самое. Я говорю, я перед вами, так сказать, что же мне то. Поэтому изначально центром галактического скопления был Ра. А его светом была Рада. Но около 35 тысяч лет назад центром стал всепрославляемый, всеприветствуемый могучий князь Промысл. Промысл светит тройным светом, происходящим от его трех жен. Рядом с Промыслом находится его сестра-близнец Правоудума, которая должна была стать его женой, но умерла от рук засланцев империи Нагов, так и не достигнув полнолетия. Тогда же за ней пришел Переплут, которого сейчас заменил Псеглав, чтобы отвести ее к Сагара, тогда правившему в Междумирье, которого сейчас заменил кто? Ви? Да. Богомир? Да. Но Правоудума боролась с Переплутом изо всех сил. Ее руки тонких тел превратились в мечи, а потом в крылья, состоящие из мечей. И таким путем она отбивала все поползновения Переплута забрать ее куда-то. И осталась Промыслом. Представляете себе такая птица с мечами? Трудно даже вообразить. Но это уже не биологический план, это уже тонкий план. Вы поняли этот абзац? Да, но вы же говорили, что она ходила потом везде с Промыслом, где была она, да? Да, то есть сейчас я детализирую эту ситуацию. С детства от отца и Рахмана она слушала и понимала, что должна всегда и во всем сопутствовать Промыслу. Посему она не поверила Маре, Переплуту, Сагара и другим богам, которые говорили ей, что после смерти ей предназначена уже другая судьба, и ее все эти дела отменяются. Отбив и отбросив всех богов, Правоудума стала как тонкое существо рядом с Промыслом и всегда сопутствовала и помогала ему. А также Аррадане, которую она почитала как богиню, которая исполнила то, что Правоудума не смогла. Это вторая жена Промысла. То есть видите, какая интересная ситуация. Сейчас бы наоборот могли бы представить, что между ними должна быть какая-то ревность, и что вот эта жена как привидение будет там настоящую как-то там мучить. А на самом деле она ее почитала как богиню, потому что она уже не могла, как привидение, быть с Промыслом, рожать ему детей и так далее. А
Радана могла, поэтому Праудума ее прочитала очень хорошо. Эта ситуация хорошо понятна? Да. Однажды в странствиях промысла по Южной Америке его дровицкое силовое поле вышло из строя, и он чуть не умер от укуса какого-то существа. Ну, то есть раньше у князей были дровицкие силовые поля защитные, которые защищали от всякой пакости. А у него это дело вышло из строя, и вот там или паук, или какая дрянь покусала. Угу. Он чуть не умер. Праудума исходила с силами, направляя их в промысла, и говорила ему, чтобы он держался. Тогда промысл ответил ей, ответил впервые с тех пор, как она стала бестелесной. Представляете, он ее всю жизнь слышал, что она к нему обращалась, но просто не отвечал ей. Он надеялся, что она решит, что он ее не слышит и уйдет просто от него. Он думал, что так ей будет лучше. Ну да, что она уже уйдет, дальше реинкарнируется и будет жить своей жизнью. Mm-hmm. А тогда в этой боли, в этом всем он все-таки ей ответил. Далее, через 30 лет, Рахман увидел, что промысл общается с бестелесной сущностью и научил ее принимать виденную остальным живым существам форму на некоторое время, а также обучил ее, в общем, как телекинезу передвигать предметы на расстоянии там. То есть фактически, чтобы она была как такое вот привидение, как сейчас вот показывают, что они там предметы двигают там, чем-то управляют вокруг и так далее. То есть апгрейдил и апдейтил ее, условно говоря, тот Рахман. Еще через 12 лет, когда промысл путешествовал по территориям нынешнего Китая, на его пути встретилась молодая одинокая мать, изнасилованная в юности и 5 лет воспитывавшая сына в одиночестве и презрении окружающих. После сильного урагана ее дом был разрушен, а тело покалечено. Она молилась всем богам, чтобы они подарили ей жизнь, дав возможность воспитать сына. Промысл предложил ей соединение с Праудумой, чтобы та смогла восстановить ее тело. Они соединились, и ее тело переродилось. Промысл нарек ее Ксинтирани, а когда хотел обратиться к Праудуме, говорил Раниксинти. После того, как престарелый промысл ушел с этой планеты и получил полярную звезду, а потом и центр галактического скопления, Ксинтирани стала его третьей световой оболочкой, в то время как Аррадана Аррослава, лучшая из княгинь, стала его второй световой оболочкой, самой большой и самой яркой из всех оболочек. Ароданта Арослава. Ну, это его та, которую он в храме там находил. Угу. История начала заката, что он там пошел в храм и добивался. Так и справи. То есть они у него как световые оболочки, да? Ну, у Всевышнего Рада, а у него там Праудума, Радана Арослава и Ксинтирани. Получается, что постоянно у промысла была только одна жена. Если по-честному, то вот в биологическом и социальном плане только Радану и можно считать его женой. Праудума оставила тело до половозрелости, и ее только готовили ему в жены, ну как бы ничего еще не было.
А Ксенсиране стала его женой, когда он уже был дедушка, 100 с чем-то лет, поэтому ничего там вообще похожего на похоть уже, наверное, даже с биологической точки зрения не могло быть. Сколько у него было сыновей? Много? Достаточно. Ну, не от Ксенсиране, а от Рараданы. Большая часть его сыновей умерла в битве начала заката. А остальные? Ну, продолжили династию там и так далее. Справа Ицкая. Так что вы сегодня чуть не проголосовали за интернет-партию? Да я как-то смотрела по телевизору, думаю, да что это такое? Вообще. И поискала по всем этим спискам, где она там. У них такие необыкновенные какие-то то ли клички, то ли имена. Император, ну да, там Дарт Вейдер есть и все остальные. Что это Дарт Вейдер? Это же придумка какая-то, наверное, что-то. И вообще, что это за партия такая? Дарт Вейдер типа князя тьмы, только в современном понимании. Ну, какой-то так, потому что и у него такая и реклама. Интересно, что его называют единственный кандидат с человеческим лицом. Да, я не слышала такого. Ну, это в интернете. Понятно. У него очень человеческое лицо. Очень, тем более сзади. Там, по-моему, и больше не показано ничего. Только когда он там снимает свой шоу, шлем. Это в зависимости от того, какой национальности. Трудно сказать, какой национальности. Может и шалом. Может и шалом. Некоторые в интернете и меня как-то пытались с ним отождествить. Что, чтобы его подставник? Да, что на него похоже. Чи другое обличье, чи перше. Ну, что-то такое. Вот же они. То есть я на это смотрю, что нечего людям делать. То, что, допустим, я какие идеи высказываю, они это даже не разбирали. Проходит мимо уха, тихо так. А вот обсуждение того, или там у меня так, или сяк покрашенные волосы. Обсуждение того, у меня глаз подкрашенный только снизу или сверху тоже. И что я использую тональный крем или пудру и так далее. Этого целые простыни занимаются. Ну там еще у меня в суть не вникают, там и занимаются. Если бы они так разбирали все святотворения, они бы уже святыми были бы, наверное. У них свет должен шло. Ну да.